В 2015 году мужик слил на биржу 42 миллиарда рублей. Как это было? Поставь лайк, чтобы другие узнали об этой безумной истории. 30 декабря мужчина увидел лазейку, покупая доллар к рублю выгоднее на 20 копеек официального курса. Сделки производились с расчетом на завтра. Имея депозит в 5,5 миллионов рублей, он начал набирать позиции. И к середине сессии объем составил 23,5 миллиарда рублей. Он произвел 2650 сделок за 38 минут. Это нажатие кнопки купли-продажи осуществлялось один раз в секунду. Ошибка была в том, что он не учел, что брокер расчет производит по производственному календарю, где следующий рабочий день был только лишь 11 января. После того, как брокер позвонил ему и пояснил, в какой ситуации он находится, он начал резко продавать все назад. К концу сессии объем его составил уже 42 миллиарда рублей. Таким образом, на комиссиях брокера он потерял весь свой депозит в 5,5 миллионов рублей и еще остался должен 9,5 миллионов рублей.